дискульпами, Клара. Это не моя вина. Несмотря на трагедию, компания обещает, что скоро ее таинственный парк отдыха будет открыт для всех. И к другим новостям. Война в Яре окончена. Президент Антон Кастильо объявил, что Клара Гарсия, лидер террористической группы «Либертад», была убита бойцами спецназа. Мир охватывает пандемия, и федеральное правительство может ввести общенациональный карантин. Ну а пока... Как насчет чего-нибудь повеселее?